Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сейчас будет самое страшное и самое крутое видео на всем русскоязычном ютубе. Не забывай подписаться на мой канал, делай красную кнопку серой и ставь лайки, ведь ты знаешь, больше лайков, чаще видео. Ну и, конечно, не забывай про колокольчик, ведь если ты нажмешь на него, ты будешь получать уведомления моих новых видео. Сегодня, ребята, ваша любимая рубрика Happy Meal. Мы заказали на сайте Darknet Happy Meal, а точнее Hell Meal, адскую еду, как вы думаете, популярнейший на сегодняшний момент игры, это Among Us. Among Us Exet. Это просто самый страшный чубрик, какой-то палец мне он напоминает, который играет в этой страшной игре. У него красный палец и горит красным огнем, то есть он страшный. Я не знаю, что могли организаторы сайта Darknet положить в этот Happy Meal, в Happy Meal Among Us. Мы узнаем это совсем скоро, потому что нам уже стучат. Пойдемте. Да. Ага. Все, спасибо. Угу, до свидания. Ребята, вот он, тот самый Happy Meal Among Us. Посмотрите, это тот самый дьявольский глаз из игры Among Us. Слушайте, я прям в стихах. Дьявольский глаз из игры Among Us. Это нереально круто. Давайте же скорее откроем эту коробочку и посмотрим, что внутри. А перед началом я бы хотела, ребята, попросить вас подписаться на мой Instagram, _ Ирина Ясинская, ведь там я провожу очень много бесед с вами, делаю всякие постики и очень много делаю всяких сториз прикольных, так что, ребята, подписывайтесь на мой Instagram, _ Ирина Ясинская. Давайте, давайте, прямо сейчас все подписались, ссылка в описании, ребята, и возвращаемся обратно к видео. Итак, сейчас немного расскажу про эту игру. Получается, что в этой игре существует, ну, должно быть несколько участников, как минимум 4 там или сколько, и один из них, как считается, становится предателем. То есть, допустим, играет 4 пальца Among Us, и один из них предатель. Ты, когда вступаешь в эту игру, должен понять, кто из них предатель. Это типа своего рода мафия, и сейчас мы, наверное, скорее всего, узнаем, что там внутри этого бокса. Давайте уже открывать, ребята. О, хорошо, как закрыли. Воу! Ребята, это просто бомба, то, что вы сейчас увидите. Это... Та-дам! Обычная картошка фри. Нет, не обычная картошка фри. Мне кажется, тут что-то должно быть. И я уже вижу, что тут какая-то записка. Что в ней написано? Итак, скорее, скорее, скорее. Отлично. Найди предателя. Найди предателя. Или умри, чтобы определиться, у вас 10 секунд. 10 секунд. Ребята, эту записку я нашла в картошке фри, в нашем Happy Meal. Ну, мне нужно, так и я знала, что сейчас будет типа игра Among Us в реальной жизни, ребят, по-настоящему. Я должна найти предателя. Дело в том, что в этой коробке, смотрите, Among Us, раз, синий, круто. Among Us, оранжевый, круто. Смотрите, у них там рюкзачки такие прикольные. 2. Итак, Among Us зеленый, 3, green. Among Us желтый, 4. И Among Us розовый, 5. Все, ребята, все. Слушайте, а вот этот прям копия на вот этого похож, смотри. Короче, да, смотрите, в задании написано, итак, найди предателя или умри, чтобы определиться, у вас 10 секунд. Но навряд ли, конечно, я умру, но смотрите, я так понимаю, что я должна найти предателя из-за этих, раз, два, три, четыре, пять, пятерых Among Us'ов, пальцев. Что надо делать, как найти? Я пока даже не понимаю, что сейчас должно происходить. Ладно, дай-ка я присяду, сейчас мы подумаем. Так, еще раз, погоди. То есть, когда начинается игра? Смотри, у нее какие-то рюкзачки, больше ничего нет. Найди предателя или умри, чтобы определиться, у вас 10 секунд. Не знаю, возможно, что-то у него... Подожди, а вот это вот что на глазу? Вот это у них глаз такой? Это скафандр. Слушай, это похоже на конфетку M&M's. Ну-ка, покажи. Это похоже на конфетку M&M's. Смотри, у них у каждого такая конфетка здесь.
Это конфета. Слушай, походу ее нужно есть. Я так поняла, ее есть. Но, блин, а смысл тогда просто сожрать все конфетки? А как мы тогда поймем, кто из них предатель? Возможно, у них может быть что-то внутри в рюкзаках? Я не знаю. Дело в том, что я должна принять решение, предатель это или нет, за 10 секунд. Я поняла. Короче, ребята, походу, допустим, я выбираю, сейчас не игра, я выбираю одного Аманкаса и решаю, предатель он или нет. Если я решаю, что он не предатель, я съедаю эту конфету. И, наверное, должно что-то произойти. Если я считаю предатель и угадываю, то я выиграла. Если я не угадываю, то со мной что-то происходит. Правильно? По логике вещей так. Но вот что со мной будет происходить, как узнать по цвету конфеты? Может, я стану розовой или нет? Давай посмотрим, может быть, что-то внутри у них в рюкзаках есть еще какие-то подсказки? Да, ребята, мы были правы. Смотрите, здесь, когда снимаешь этот рюкзачок, записка, короче говоря, давайте ее достанем и посмотрим, что там. Так, ребята, розовый. Из рта пойдет кровь. О, господи. Из рта пойдет кровь. Ты же не сказала, предателем или нет. То есть, нет, нет, подожди, нет. Я должна сейчас за 10 секунд определиться. Или я ем, или я говорю, что он предатель. Или я проигрываю, и тогда эта конфета начинает действовать. Я считаю, что он не предатель, что я не знаю, как. Я не знаю, что делать. Короче, ладно, надо есть. Давай попробуем. Я была права, это конфета. Ну, говори, предатель он или нет. Это первый. Это не предатель. Это не предатель. Что происходит? Ты сказала, это не предатель. У меня во рту привкус крови. Блин, значит, мы неправильно... Неправильно правила игры. Ирина, подожди. Неправильно. Мы что-то поняли неправильно, я не знаю. Получается, что... Ирина, это что, кровь? У тебя кровь идет изо рта. Слушай, блин, надо разобраться в правилах этой игры. Черт, что это было? Подожди. То есть, неважно, какой я дам ответ. В любом случае, если я съедаю эту конфетку, происходит то, что написано. Но выиграю я только в том случае, когда я правильно определю, кто из них... Предатель, понимаешь, или я умру. Вот в чем была суть. Какой? То есть это просто игра. Но если я не найду предателя, то я умру. Короче, получается, смотри, это не предатель. Теперь предатель среди них. Я выполнила задание. Там еще нужно выполнять эти задания, понятно? Я так поняла. Когда останется два, главное, чтобы я не умерла. Когда останется два, это будет кто-то из них точно предатель. Я не знаю, как ты думаешь, желтый, зеленый, оранжевый или синий, кто из них да предатель? Бери любой, смотри, у нас это какой, розовый был? Да. Вот этот. Короче, ладно, давай, я беру зеленого. Я считаю, что он не предатель. Зеленый не предатель. Открываем его. А, черт, открываем. Блин, где подсказка? Блин, тут... У зеленого нет подсказки? Черт, у зеленого? Да не может быть! Она внутри спрятана, вообще внутри, смотри! Вообще далеко. А почему у этого сзади, а у этого... Короче, фиг его знает. Ладно, давай читать. Зеленый, будешь чесаться. Но это, по крайней мере, не смертельно. Я так поняла, что я найду записку, что это предатель. Я найду записку, на ней будет написано, наверное, что это предатель. Тогда я узнаю. А сейчас мне придется все равно съесть эту таблетку, и начнется, походу, чесотка. Ладно, я готова, ребята. Я съедаю эту зеленую конфетку, и по ходу дела сейчас я буду в ближайшие 10 секунд считаться. Это не предатель. Черт. Черт. А! Ирина, черт! Ирина. Черт! Воды, воды. Черт! Выпей воды. Черт! Чешется! Я не могу! Все чешется! Подожди, успокойся, не думай об этом, не чешись! Все чешется! Не чешись! Блин, не чешись. Это успокойся, просто успокойся. Звук какой-то! Черт! Чешется!
Лина, успокойся, успокойся. Это была просто жесть. Они... Эти таблетки действуют буквально 10 секунд. Офигеть. Я чуть себя... Все тело не расчесало до крови. Жесть. Слушай, я до сих пор не понимаю, если мы такими путями пойдем, изо рта кровь, все чешется. Мы вообще, у нас осталось только 3. Как понять, кто из них предатель? Да, если бросить играть. Ну, видимо, я умру. Я не найду предателя. Я умру. Короче, ладно, давайте решаться. Найди предателя или умри, чтобы определиться. Слушай, а может быть, когда я найду предателя, мне не надо будет есть эту конфету? И тогда со мной не случится то, что должно случиться по этой записке. Пока я делала, наверное, все правильно. Это точно не предатель, иначе я бы уже проиграла и умерла. Подожди, ладно, давай, мне больше нравится так. Эники-беньки ели вареньки. Эники-беньки съели вареньки. Оранжевый. Оранжевый. Короче, ладно, смотрим. Пожалуйста, чего-нибудь попроще, блин. Организаторы Даркнет. Короче, тут тоже ничего нет, походу. Надо искать где-то в глубине, внутри. Подожди, вот в ноге. Где, где? А, отлично. Блин, они каждый раз в разные места прячут. Так, достаем. Оранжевый, наступит диарея. Мне нужно за 10 секунд принять решение. Это не предатель. Это не предатель. И я ем. Чё ж, мне придется сейчас обосраться. Чёрт, хорошо, что это будет длиться всего 10 секунд. Чёрт. Чёрт. Уже? Чёрт. 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 Да уйди ты, блин! Ирина! Чёрт! Пипец! У меня понос! У меня реально диарея! Ладно, похоже, всё. Чёрт! Я просто нафиг в шоке! О, блин, пипец! Фух. У меня днище разорвало. Это просто жесть. Чё, диарея была? Хорошо, что я жива. Значит, я права. Это тоже не предатель. Дима, нас осталось 2. Синий или желтый? Кто-то из них предатель. Кто-то из них предатель. И в ком-то из них, наверное, вообще смертельная какая-то записка. Я не знаю. Я должна прямо сейчас определиться. Ребят, я не знаю, как вы думаете, напишите в комментариях прямо сейчас. Желтый или синий? Желтый или синий Among Us? Желтый или синий? Пожалуйста! Ладно, желтый. Синий больно такой, знаете, цвет мертвеца. Когда люди умирают, они синеют. Я считаю, что предатель это синий. Я беру желтый. И еще записку. Желтый не предатель. Желтый не предатель. Господи, пожалуйста, 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 записку. Ты нашла? Нет. Пожалуйста, пожалуйста. Есть записка. Отлично. Что здесь? Желтый. Будешь смеяться до смерти. Это слово «до смерти» меня пугает. Смеяться до смерти. Но это не предатель, я уже сказал. Не может быть, чтобы я проиграла. Блин, я проиграла. Мне придется сейчас съесть это, и я буду смеяться до смерти. А, я не знаю. Короче, ребята, если что, пожалуйста, поставьте лайк. Фух, мне придется есть. Ирина. Подожди,
10 секунд прошло. Я жива, все нормально? Подожди, я думал, ты бы все отключилась. Все нормально. Мы считаем, что предатель синий. Игра закончена. Давайте проверим, правы мы или нет. Здесь тоже должна быть записка. Раз я жива, значит, все нормально. Значит, я правильно угадала. Блин. Да. Что это? Что происходит? Почему ты молчишь? Game over. Игра закончена! Я тебя пранканула! Game over, мы выиграли! Да! Это был предатель, ребята! Синий был предатель! Ура! Блин, офигенная игра Among Us в реальной жизни. И вообще, в приложении я тоже играла в обычную игру. Она фантастически интересная. Я надеюсь, что вы найдете своего предателя так же, как мы сегодня с Димой победили. И не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. Я вас всех люблю, ваша Ирина Ясинская. До новых встреч в новых видео. Пока!